Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Ставис. Сейчас мы напишем стрим. Что я могу вам сказать? Есть такой ютубер, как Дики. Дики это такой... Ну, короче, Дики это... Вот это... Это... Вот он, да, вот он. И я расскажу, почему он забросил канал. Давайте сейчас начинаем спамить. Спасибо, что у нас 237 подписчиков. Давайте начинаем спамить. Дай пета, дай пета. И это, да, я дам пета, только надо кое-что вам рассказать. Блин, сейчас я кое-что не вставил. Кое-что не вставил в стрим. Так что извиняюсь. Сейчас я поставлю. Сейчас будем начинать спамить, потому что надо поддержка ему. Вот. Привет, бро. Привет, бро. Я первый. Ты не первый. Ладно, что? Ну, может быть, ты первый, но не факт, что ты первый. Так, подождите, перезайдите на стрим. Сейчас. Сейчас, подождите, секундочку. Короче, сегодня я вам расскажу. Давайте начинаем спамить. Давайте спамить. Зовите сейчас своих друзей, потому что что-то у нас уже мало. Немного у нас поменьше уже, да? Угу. Давайте побольше сейчас. Давайте начинаем спамить и звать своих друзей. Есть такой ютубер, и был ютубер, это вот это SN Studio, это он. Я расскажу, почему он ушел с вообще... Я врублю микро. Окей, я врублю микро, окей, да. Без проблем. Вы не смеетесь с его голоса, просто у него микро такое странное, да? Да. И что я могу вам сказать? Этот ютубер Дики, короче, он до сих пор даже есть. Он забросил канал, потому что... Потому что как, у него было, ну, и так мало времени каждый день, да? Я просто гулял, мне было записано, короче, не мог вообще. Да. И давайте, давайте сейчас напишем в чат. Что хочешь, чтобы мои подписчики написали в чат, ну, чтобы тебя поддержать? Давайте, например, вот, давайте Шене. Шене, вспомним что-то слово Шене. Да, Шене. И это он поймет, ты самое лучшее. Спасибо. И... Так, людей не приходят. Почему люди не приходят? Почему люди не проходят? Я не понял. Да, вот, Шене, это он. Ты прикольный. Спасибо. А я думаю, что всегда вообще никакой. Они вообще не прикольный. Ладно. Спасибо. Ты топ. Это Мона Пета. Конечно, Мона. Мона всем с Мона. Так, давайте зовите всех своих друзей, а то что-то у нас мало уже, как почему-то нас очень мало, 5 людей уже. Давайте побольше почему-то. У нас всегда по 30 человек набирается, давайте. Ты топ, да, это да, дашь пета, мой ник, да, ты топ, и да, дашь пета, мой ник, да, конечно. Добавь, друзья, мой ник, тради плю. Плюс, окей, дам, конечно, пета. А чё он не спамил? Чё твои подписчики не спамят? Speak English? No, I Russian. Do you speak English? No. Понятно. I don't speak English. I don't speak English. Ладно. Ты серьёзно? В смысле? Пэт? Да, да, добавлю сейчас. Короче, он... Вот, 8 человек, давайте спамим.
Потому что сейчас и раздача будет. Раздача. И побольше давайте поспамим, чтобы... Димончик, братан, что ты меня убил? Я же тоже Димончик. Да, он тоже Диман. Мой бог, я это прям плачу. Ладно, ты топ. Пишите сейчас все в чат, спамьте. Петы, ПЖ. Сейчас давайте спамим. Шени поспамим, давайте. Давайте спамим Шени. Такой, это его ник. Сейчас у нас наберется много людей. И я скину его, это ник, скину его ник, чтобы ему было, чтобы было ему просто приятно, и мы подпишемся на него, потому что он забросил свой канал, и, кстати, вот я говорил на стриме, что хочу его обогнать. И мы, у нас это получилось, давайте тоже, Давай, это мало еще, ты не представляешь, он сколько это. Он сейчас взорвется. Давайте пишем все Шени. Давайте Шени пишем. Шени это пишем. И давайте спамим, чтобы он понял, что он не зря вообще в этом Ютубе. Сейчас нас наберется людей. И попрошу вас, пожалуйста. Вот, плюс 2 подписчика. Спасибо вам огромное. 13 людей нас, давайте спамим Шени. И давайте зовем своих друзей. Что творится? Это немного еще. Ты еще не видел мои стримы. Шени. Давайте пишем все Шени. И буду давать всем петов. Короче, он ушел с Ютуба, потому что у него не было времени вообще. Вообще, абсолютно не было. Давайте расскажу историю сам. Короче, друзья, я просто гуляю, задумываюсь, может, все-таки закинуть канал, потому что у меня вообще нет времени, я только гуляю. И мне прям голова подсказывала, давай снимем Brawl Stars. Это я хотел Brawl Stars заснять. Ну, все мои подписчики были против этого, я решил создать канал, забросить это все. Вот так. Да, у него 200 подписчиков, но там, ну, нет, не меньше. Да. Ну, это 195. Так, сейчас на этом канале Шени 49 или сколько, 44? 43. И сейчас у нас наберется много людей. К сожалению, у меня нету, это вообще нету петов. Эмираль Тимофи, так что идем выбивать. Блин, кого я обманываю? У меня же есть эти петы. Ну, короче, пропустим тему. This gold is sorry, не могу, я смотрю, короче, разговариваю со своим... Короче, и плюс дизайнер... друг и лучший друг и подписчик и дизайнер. Меня мой братанчик Димончик хочет убить. Он тебя хочет убить. Блин, что-то у нас мало, 14 людей, сосед. Что-то у нас мало. Давайте, побольше людей, давайте. Так, чё так мало? 14 людей, вы шо? Во, 15, давайте, подписываемся на канал мой, да. Поставить лайк, да. Привет. Смотрите, если я сейчас выбью Артур, если ты подпишешься... Вис. Мне какие-то челы уже кидают запросы в друзья. Не обращай внимания, у тебя скоро будет это весь аккаунт, друзья. 240 подписчиков, спасибо вам огромное. Короче, друзья, у вас сейчас шанс большой. Мой ник в Roblox Incense Studio, кидайте все друзья, я принимаю. У вас сейчас большой шанс. Да. Он практически никогда никого не принимает.
Давайте, кидайте запросы, друзья, всех приму. У вас сейчас большой шанс. Респект ему, потому что он меня затянул просто в саму карьеру Ютуба. Да. Так что... Если бы не я, ты бы не был популярный. Ну, может быть, частично, да. Ё-мо, мне куча челов уже друзей кидает. Ты просто ты еще не смотрел мой аккаунт. Там у меня друзей много. Короче, он запросил канал. Мне 5-звездочный шайни выпал, ну такое, на 10 тысяч такое. Шайни? Тебе шайни выпал? Тебе шайни выпал? Шайни, да. Ё-моё. Шайни, да. Шайни, уже, да. Чувак, уже даже суперсимулятор знает меня, прикинь. А, да. Ты лучше всех, спасибо тебе огромное. Кстати, меня кто-то опять убил. Плохо. Настали. Смотрите. Я хочу пойти просто поубивать нормально. Меня, блин, тут отходят и убивают. Кто меня убьет, тому бан. Да, тому частичный бан. Добавь мне ник. Сейчас я тебя добавлю. Ай-яй-яй-яй-яй. ОБС-ка, так. Так, надо спрятать мои читы, как их у меня нету, к сожалению. Даже к счастью. Ладно. Так, заходим на мой канал. Короче, мы крутые, все дела, да. Так, ник. Давайте все спамим Шенни. Опа, чувак, спамим? У меня появилась личный охранник. Чувак, у меня личный охранник появился. Кто? Теперь Михаил Зубенко Петрович, это мой личный охранник. Ага. Да, Михаил Зубенко Петрович? Блин, бро, ты как? Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте, Зубенко Михаил Петрович, мафиозник. Да я шучу, ты обижайся. Да я шучу. Да. Что ты обижаешься? Нельзя обижаться. Все, я кину. Мишаня теперь мой личный охранник и братанчик. Так, пишем Шенни, мой ник в Роблоксе. Я тебе уже кинул заявку, друзья. Смотри, принимай. Да ё-моё, что с Мишанчиком? Мишанчик какой-то эмоциональный человек. Очень эмоциональный. Кто ПВП? Спасибо, я не хочу. Видишь, меня называют нубом. Вот, значит, видишь. Так что ПВП спасибо, не надо. Я плачу. Когда стрим? Завтра? Да, завтра стрим. И сейчас на данный момент стоим. Смотрите, сейчас нас уже набралось людей. Сейчас давайте все дружно заходим на канал моего напарника и дизайнера. Короче, кидай ссылку. Дай ссылку, давай я поспал. И давайте. Кидай ссылку, чувак. Все, кидаю. Красавчик, спасибо. Заходим на его канал, и смотрите, я сейчас смотрю его канал, он просто офигенный, я сейчас сразу подписываюсь, ставлю колокольчик, все. И жду, как 45. Ё-моё, уже +2. Давайте подписываемся на мой канал. Давайте подписываемся на него, потому что, давайте наберем 50 его подписчиков, даже 60. Давайте, мы сможем. Ой, что ты творишь? 50. Уже? Давайте, заходим на канал, подписываемся. 51. Давайте, заходим на его канал. 52. Подписываемся на его канал, и сразу заходим на мой стрим, потому что у нас стрим очень крутой. Давайте. Так. Капец. Так, сколько подписчиков? 52. Дай пета, плиз. Все, подписчики перестали идти. Нет, 53. Да ё-моё, что творится? Так, 53.
Давайте. Так, кстати, а может дашь мне мандра? А, напиши, что там всё. Вот. Я как раз... Ой, давай я спамеров буду мучить, потому что спамеры спамеры стримят. Не, да. Я знаю, я сам только что понял, то, что это продвигает канал. Mm-hmm. Так что... Давайте спамим. И так, что? 54 подписчика. Давайте. Так, напиши что-то в чат. Я? Да. Всё, вот. Подожди, ты мне не отображаешься. Еще раз напиши что-то. А Шенни вот, ты Шенни, да? Ты написал да. Ты, да? Да. Так, напиши что-то в чат. Ё-моё, я? Да. 21. Это ой, я охранка. Ой, боже. Ой, блин, не, я не то купил. Молбес. Мой брат так же, как и ты. Это люблю сильно твой канал. Спасибо. Я стараюсь снимать. Я подписался, и Пета добавь, друзья, конечно, сейчас добавлю. Только давайте, пожалуйста, подписываемся на его канал, потому что ему нужна очень сильно поддержка. Давайте подписываемся на его канал. Вот, подписываемся, вот, заходим на его стрим. Заходим на стрим, на этот, заходим по ссылке, подписываемся, и заходим опять на мой стрим. Давайте побольше ему подписчиков, потому что ему нужна как бы активность, и он очень сильно хочет подписчиков себе. Он старается снимать 55. Давайте. 56. Ё-моё. Не надо благодарности. Давайте, почему так мало спамим? Как бы я не могу понять, как бы мы каждый раз спамили так сильно, что просто взрывался мой телефон. Давайте спамить сильнее. Спамим. Я подписался. Поставил лайк. Спасибо. Я подписался. Поставил лайк. Так. 242 подписчика, спасибо огромное спасибо вам. Сейчас тебя добавлю, друзья. Так, бабамс. Пацаны, если хотите, так, вот я еще раз вам напоминаю, у вас большой шанс, можете взять и в максимальный концерт студию добавить меня в друзья. Я его добавляю сейчас. Спамер, это не помочь с раздачей. Не надо помогать, у меня есть... Есть... Никого у меня нет. Это жесть. Так, всех принимаю, друзья. Да ё-моё, когда мы уже убьем босса? Подожди, сколько у тебя силы? У меня силы сколько дает? У меня плюс 5000 почти. А сколько тебе есть до новой стадии? До новой стадии? Еще до Эвереста. Я не знаю, как сказать, но мне остался... У меня почти скоро новая стадия. Так, Апатис. Просто, смотрите, вот вы сейчас скидаете мне заявку на петов, а у меня почти петов нет, а я их открываю. Ладно, 25 людей смотрят. Всем привет, кто подписан на мой канал, тот красавчик. И кто подписан на Шенни, он топчик. Так. Давайте еще раз. Мы его не пиарим. Мы просто, честно, ну, типа, все делаем, потому что, смотрите, этот чебурек, он, короче, пытался сделать меня популярным.
Я хейтер. Да, ладно. Давайте заходим на его стрим, не на стрим, а на его канал и подписываемся. Потому что... Подождите, без меня не убивайте, босса. Без меня не убивайте. А, я опять не то купил. Затем, Мишка. Всё, я пробежал. Двести сорок четыре подписчика. Спасибо огромнейшее вам. Так. Пьета. Сейчас дам пьета. Просто надо терпение и все. Просто надо подождать. Дай пьета. Дашь пьета? Да, конечно, да. Тихо! Тихо. Ладно. Так. О, Эмеральд Тимофей выпал. Опа. Опа. Выпал Эмеральд Тимофей. Вот это на 17 тысяч. Тебе Тимати выпал? Тебе Тимати выпал? Не, Эмеральд Тимофей. Это Тимо... Ти. Да. Эмеральд Тимати. Он, короче, на 17 тысяч. И... Да. Кстати, я снимаю это, короче, кто... Ну, короче, не больше и два луны. В смысле, два луны. Еще двух луны выпал? Да, ну не гоните. Ну да, у меня нет двух лунного. Я потом откат сделаю. Давайте я сейчас буду смотреть просто за стримом и смотрим. Есть. Если мне выпадет Эмеральд Тимати, если мне выпадет Эмеральд Тимати или двухлунный, просто пишите в чат. Я сейчас буду смотреть за стримом, просто не буду смотреть. Не буду смотреть, сколько, ну что мне типа выпало. Так. Опа. Так, сейчас. Это. Так, 58, давайте, и начинаем. Дашпета. Давайте, если мне выпадет двухлунный, или однолунный, то пишите в чат. Красавчик, что ты подписан на Шене. Спасибо. Да. Эдуард Буру. Дайте зайти. Я буду откат делать, так что все смогут зайти. Давайте, напишите, если мне выпадет Эмеральд Тимати или Дух Луны. Если мне выпадет, то я не знаю. Это жесть будет. Привет, Ашпеда, да. 31 человек. Дашь мне Эмеральд Тимати. Блин, вообще, этот Эмеральд Тимати я хотел дать подписчику. Ой, не подписчику, а шейх, но... давайте, если я сейчас еще одну выбью, я его разыграю. Дальше, через сайт. Дашь, плиз, это... Фейзис, Эмеральд Тимати. Давайте, напишите, если мне выпал Эмеральд Тимати. Давайте. Да, можно это, да. Подойди, Эмеральд Тимати. Если мне выпадет Эмеральд Тимати, пишите в чат.
только по-честному. Можно вот, мне, вот, я тебя завтра на стрим и дам бесплатно. Мне не нужно клеток, вообще мне не нужно клеток. Так, и мне выпал Эмеральд Тимати? Не выпал. Да ё-моё, как же запрыгнуть на остров? Расскажи мне, как на остров запрыгнуть? Да, всё. Так. Я смотрю чатик, если я выпадет Эмеральд Тимати. Я прочитаю. И прочитаю. Так, если мне сейчас выпадет Эмеральд... Я хакер. Я хакер. Я хакер. Посмотри. Он хакер? Да. А, он хакер! Нифига себе, да он хакер просто. Он серьезно хакер. Ну типа у него стадия хакер. Да ё-моё. 27 людей нас смотрят. Всем привет. Давайте. Давайте, если мне 245 подписчиков, спасибо огромное. Давайте сейчас, если мне выпадет Эмеральд Тимати, я это, их, его разыграю. Давайте, напишите в чат, если мне выпадет Эмеральд Тимати. Ну да, раздачу. Бро, можно это... Если я выбью, то типа, просто надо подождать время, потому что это лунный питомец, это лунный питомец. Шанс, чтобы выбить его, 0,3. Умоляю. Чувак, все, я покупаю новую стадию. Поздравляю. Первая стадия. Не, да, давай, уже мне, конечно, не скоро. Умирать, Тимати. Ё-моё, мне еще вообще не скоро отбора. Так. Вот этих поудаляю. Вот этих плохих пет. На 3000 вообще, ну это плохие пет. Скажи, на 3000 это вообще никакие пет. Давайте, скажи, если... Ну, типа... Так, я удачу, так я ему дам, так вот этого, на, вот здесь на 8000. И вот этого дам. Где же? Всё. Я. Да, если, ну, сейчас... Скажи им, чтобы выходили. Кто получил это, выходите. Давайте, если... Короче, кто не выйдет, тому бам. Да, и тут больше бетов не получит. Давайте, к примеру, вот, сейчас я скину ники, кто выйдет. Вот в чат Рубекс я скидываю ники, кто выйдет. Если мне сейчас выпадает Эмеральд Тимати, пишите в чат. И пишите в чат Шене. Да, кто-то отписался от меня, лайкнул. Вот, вот эти вот два человека должны сейчас выйти. Прошу вас, пожалуйста, выйдите. Вот они плохие. Вот кто отписан от меня, вот тот плохой человек, очень плохой человек. Так вот, Робзи Робо 7 и Данкот, выйдите, пожалуйста.
Если вы не выйдете, вы питов больше не получите. Так, если это... Ну хорошо, хорошо, давай тогда. Тебе сейчас виз даст петов. Все, и ты выходишь, окей? Согласен? Давай, виз, кидай трейд. Это. Короче, кидайте. Давайте. Роб Зеро. Окей, Роб Зеро был 7, получил петов? По-моему, нет. Я знаю, кто получил. Нет? Я знаю, кто получил петов. Это. Так Миха не будет выходить. Михе я разрешаю не выходить. Так. Все, Данкот, выходи. Пози тоже выходи. Пози, выходи, или мы тебя сами можем кикнуть. Ну, не можем. Ну, а ты больше петов не будешь получать. Ну, нету на сервере. Ну все. Он просто отклонил петов. Он отклонил петов, но... Все, Михе я разрешаю не выходить. Мишане я разрешаю не выходить. Мишане можешь оставаться. Разрешаю. Так. Мишане мой братанчик. Давайте, если сейчас можно петать. Да, конечно, можно, сейчас я выбью петов. Давайте, если мне сейчас выпадает эмираль Тимофи, вы пишите в чат. Только по-честному пишите. Так, Данкот, выходи. Данкот, выходи из игры. Ты больше петов не получишь, если не выйдешь. Ты понимаешь? Данкот, выйди из игры. Данкот, выходи. Данкот, давай, выходи. Ты больше пета не получишь, если не выйдешь. Понял? Данкот, давай, выходи. Все, короче, Данкоту больше не давай петов, потому что он не выходит. Все, больше ему никогда не давай петов. Так, вот я продаю силу, смотри, хочешь я тебе прикол покажу? Видишь, типа, у меня сейчас нету в топе. Ну, ничего. Смотри, хочешь, я сделаю один удар, просто один малюсенький удар, и сейчас я буду на первом месте. Раз, два, давай. Три. Как? Я очень много получаю. Все, короче, заблокай в роблоксе Данкота. И если он у тебя есть в друзьях, удали. Заблокай его. Так. Данкот, у меня не друзья. Не желаешь поучаствовать в турнире, это за победу 1000 робоксов. На турнире много всего ютуберов, это различные, и много другого. Что скажешь? Я не буду участвовать. Мне это не нужно. И прикинь, сейчас берет, делает это. Окей, удачного стрима, спасибо. Давайте, если сейчас падает Эмиральд Тимати, я сейчас буду смотреть чат только, а у что это материса? Так, понятно. Все, я его мучу за мата. Да, за мата. За мат. Вас не. У вас не сложно. Так, все. Ты красавчик, что его запомнил? Потому что он неадекватный. Среди заматов сервак полный. Привет, я на том стриме не получил пета. Это очень плохо. Так что, если что, я тебе дам крутых петов. Только надо просто подождать немного. Алло, ты меня видишь? Я не вижу твоего ника. И вообще, я не знаю твоего ника. Короче, дай петы Роб Зерову, чтобы он вышел. И Данкот, заблокай Данкота, я его тоже блокаю.
Данкод, выйди быстро. Робзи. Это, походу, данкод, типа, уже отписался от меня, поставил дизлайк. Робзи, так. Робзи, Роба. Так, вот это и все. Он получил вот это, все. Теперь выход... А, подожди, нет, ему не надо выходить. Сейчас пока что не надо. Робзи, пока не выходи, потому что петы не дались. Надо, тебе надо немного подождать и потом выходи. Я на прошлом стриме не получил пета. Все получат. Дай ты мне бог Роблокса, дай мне Эмеральд Тимати, умоляю. Спасибо, я пошел. Чувак, я почти уже свой первый, я только купил класс и почти уже миллион получил за пару минут. И сколько тебе надо накопить на новую стадию? Новая стадия у меня 150 лямов стоит. Дай мне эту бега за ТФЛ 2010. О чем ты говоришь? Подожди. Я говорю ник просто с телефона. Сложно? По-моему, ты не можешь сделать. Понятно все с тобой. Давайте подписываемся на мой канал. Я не могу зайти. Подожди, он заполнен. Так. Ой, боже, кто-то выйдите. Рубзероба, можно уже выходить? Подожди, проверь. Он уже вышел. Красавчик. Да, он уже вышел, красавчик. Подождите, смотрите, пожалуйста, не спамьте. Смотрите, заходим сейчас на этот канал, крутой канал. Заходим на этот крутейший канал и подписываемся. Давайте ему 60 подписчиков набираем. Давайте. А может все-таки 100? Может все-таки 100? Ну, подожди, но это... это все со временем. Так, давайте 60 подписчиков набираем. Чувак, твои подписчики такие красавчики, то что они мне за пару минут больше 100 подписчиков набирают. Вот, видите, что он говорит? Ну что, вы очень крутые. Это я сам от души, братанчики. Просто братанчики, ну, от души за подписку. Я не знаю, Не знаю. Давайте, почему еще один человек должен подписаться? А ну быстро подписываемся на канал его. Не могу понять ничего. Давайте подписываемся. Вы что так? Короче, давайте. Я хоть вы и не получили некоторые пета, я вам сейчас кидаю в счет ваши ники, и вы выходите. Хоть вы и не получили пета, извините. 60, потом вы зайдете, это все. Все, на следующем стриме получите. Да что такое, полный сервак, типа, 61 подписчик. 61 уже подписчик. Теперь ты можешь радоваться. Хоть вы и не получили петов, ждите петов на следующем стриме. Сори, чуваки, или, не должны выйти. Или это, типа, или я откат буду делать, Давайте. Я скинул ваши ники в чат. Сори, пацаны, хоть вы и не получили пета, на следующем стриме получите, выходите, пожалуйста. Не, они получат пета, только когда кто-то, ну, типа, просто... А Данкот уже вышел? Нет, да, он вышел. Ну да, он красава. Он молодец. Все, он молодец, и чувак нормальный, дайте пета. Ну ладно. Скажи, я тебя не могу понять. Объясни все. Подожди чуть-чуть. Чувак, подожди чуть-чуть, пожалуйста. Фантом Иси. И выйдут люди. Подожди чуть-чуть, не уходи со стрима. Скоро выйдут люди, и ты можешь заходить. Блин, и не обращайте на меня внимания. Да что ты имеешь в виду? Я не могу понять. Это жесть. Но я не могу понять.
дай пета, дай пета, дай пета. Сейчас я дам всем, дам пета. Но вы видите, что я выбиваю для вас пета. Чувак, дай я тебя спрошу. Чувак, ты волшебник? Ты волшебник, чувак, дай спрошу тебя. Ты волшебник? Почему? Потому что всегда, когда я с тобой разговариваю, мне остается тяжело дышать. Что это за фигня? Кстати, а ты видел, помнишь, у тебя вот на недавнем видео 11 просмотров было? Посмотри, сколько сейчас просмотров. Подожди, скинь ссылку еще раз в чат на мой канал. Понятно все, даже не знаю, что это свой канал. И сколько? Я не могу зайти на позицию. После ты получишь. Я, например, зайду. Ну что? Даже мои подписчики постараются. 247 подписчиков, спасибо огромнейшее вам. Просто. Вот, 89 это просмотров, 119, 120. 129 это уже не твои подписчики делали, это уже другие люди. Ну, может, и твои тоже чуть-чуть. Ну что, рад? Очень. Можно мне петов? У меня петов минимум, максимум. Окей, я тебе дам. Я один нанес 10к урона XD. Гибный пит, это... привет, как дела? Кайзис, привет. Короче, есть еще такой крутой чувак. Есть такой крутой чувак Чила. Просто он топчик. И, короче, сейчас, пожалуйста, я сейчас скину на него ссылку. У него 6 подписчиков. Но это незаконно. Это незаконно. Типа, у него 6 подписчиков, а сам он круто снимает. Это жесть. И качество... Чувак, у меня не 6 подписчиков. Да. Чувак, у меня не 6 подписчиков. У меня 61 подписчик. Нет, нет, я, не 6. Я про другого говорю сейчас. А. Огорчил тебя, да? Огорчил я... Кататься на великах будешь? Не знаю. Так, 200... давайте. Вот заходим на его канал. Вот все сейчас заходим на его канал. И подписываемся сейчас на него. Вот давайте, вот серьезно, подписываемся на его канал. Это, короче, на видео я скинул. Я на видео скинул, но... Так, 7 подписчиков. Так, 9 подписчиков. 14 подписчиков. Уже 16. 17. Давайте, поднажмем. Давайте, кто на него подписан, кто поставил дизлайк, и ставьте на него, у него это лайки. Все ставим лайки и подписываемся. Давайте, чем мы больше подписываемся, чем я больше вам петов буду раздавать. Давайте, подписываемся на него. Подписываемся. Давайте, 18 подписчиков у него, это 19. Давайте, поднажмем. Вау, сервис. Давайте, подписываемся. Давайте, больше. Давайте. Вот вы хотите, вот это Сиридеса будет. Все, заходим, давайте. Он просто топчик, если вам отвечаю. Давайте, выходим на его канал. Он жесть, стоп, я вам отвечаю. Просто это не канал, а просто топчик. Я вам отвечаю. Вот это жесть крутой канал. Выходят? Двадцать два подписчика. Дать ему
Давайте поднажмем немного и наберем 30 подписчиков. Давайте. Это, Випик, это. Окей, вот ты подписался на этот канал, я надеюсь. И надеюсь, что ты будешь подписываться на него. И вообще будешь круто, типа. И я тебе даю. Я зайти не могу. Ты получишь пета. Теперь прочитай Дискорд. Я прочитаю. Не хочу. Ну что, чуваки? Опа, Эмиран Тимофи, вы видели? Вот видите, вот вы подписались на меня, вот вы подписались, например, на меня, подписались на такого крутого челика, как тебя зовут? Шенни. Вот, вы подписались на него, вот подписались и на это Кизиса, это, и вот, смотрите, и мне выпал Эмиран Тимофи. А теперь мы его будем раздавать. Давайте пишем чат. Давайте. Спамим. И чем больше. Чувак, у меня идея, как можно разыграть пету. Алло. Да. Короче, соберитесь, сейчас все я около портала. Чуваки, соберитесь, сейчас все около порталов. Там будем разыгрывать пету. Подожди, давайте пишем. Эмирай Тимофи сюда. И тот получит. Давайте, короче, тихо. Короче, рассказываю. Сейчас мы выберем двух участников, какие будут сражаться между собой. И кто выиграет, тот получит пета. Эмирай Тимофи. Да. Ну, никак. Да. Ну, смотрите. Короче, давайте. Подожди. Вот этого одного я оставлю. Для Шейни, потому что он не прокачан, и ему нужна поддержка. Короче, давайте, Миха, подойди ко мне. Мишаня, подойди ко мне. Так, Мишаня, ты где? Подойди ко мне, вот я стою около портала. Вот, подойди ко мне. И так, кто еще там есть? Подожди, стой тут. Мишаня, стой тут. Так, сейчас я выберу от него. А я? А у тебя он есть. Так, тут у пацана... Так, если вы будете писать специально «я умоляю», то я вас точно не возьму, потому что, извините, но вы давите на жалость мне. Я хочу выбрать... Игорь, погнали, иди ко мне. Игорь, где ты, Игорь? Игорь, подойди ко мне. Вот, видишь, я? Вот, Игорь. Чего вы все ко мне подбегаете? Я сказал только Игорь и Миша. Все, не подходите ко мне. Все, Миха, беги ко мне. Вот, Миха, иди ко мне. Вот, Игорок сюда и Миха. Так. Да отойдите все от меня, я же сказал. Вот, Игорок и Миха. Все, давайте, будете сражаться. Все, давайте, идите ко мне и начнете сражаться вот здесь. Вот сюда вот идите, за мной. Так, Игорь и Миха, где ты? Миха, вот сюда. А я? Да ём, чего вы меня убили? Идите на ту арену. А я? Чего вы меня убили? Да ёмы. Чего вы меня убили? Не, я стоп, же это, не это. Кто не это? Где вы? Классен тот лох. Все, давайте, только на раз, два, три будете начинать. Все сюда вот встаньте, на арену. Все, зрители, подписчики. Все, именно на арене сейчас. Уйди, Випик, уйди. Все, Миха, Игорок сюда иди. Все, Игорок, давайте на раз, два, три, уйди, Старченко. На раз, два, три будете сражаться. Все, все подбегайте, зрители. Только на площадку не заходите. Зрители, давайте, зрители, уйдите. Да что вы меня убиваете?
Игорок, что ты меня убил? Я же не сказал раз, два, три. Что ты меня убил? Я еще не знаю. И что ты начал убивать Миху? Я сказал только именно на раз, два, три. Ну все, я сейчас все поубиваю. Раз. Да что вы меня убиваете? Я сейчас вас всех тут сейчас убью. Ну, короче. Ну, короче, Игорок, если ты не убивал, то сори. Надо весь поубивай всех зрителей, и чтобы они стояли далеко от арены. Чтобы они далеко от арены стояли. Чтобы они не прямо на... Ах, не все, давай, убивай всех, кроме Игорка и Михи. Все, давайте, Миха, где? Так, где Игорок? Где Игорок? Давайте, Игорок, зрители, не заходите в сайт Миха. Да ё-моё, блин, хватит убивать. Смотрите, Мы сейчас не будем разыгрывать. Если вы будете убивать, то... Обещал, помнишь меня? Я тебя вообще не помню. Ты кто такой? Так, короче, где ты, Игорок? Игорок, ты где? Не обещал. Где Игорок? Ты где Игорок? Короче, зрители не набираем. Просто Миха сейчас... Миха, иди сейчас, короче... На около босс-арены никто ко мне не идите, кроме Михи и Игорка. Короче, подождите. Идите сейчас Игорок и Миха. Вот арена, вот видишь? Вот видишь я. И теперь где тут Игорок? Ждем Игорка. Вот, все. А я? Пошлите за мной. Все за мной, давайте. Зрителей не будет. Ты чего вы меня все убиваете? Я видел, кто убил. Я его завалил. Всё, я сейчас пойду, подождите меня. Я его не смотрю. Короче, Миха, что ты меня убил? Люди, кто сейчас будет убивать, я поменяю ссылку, и никто не будет вообще играть, и никто не получит пета, поняли? Давайте, все, все сейчас... Я ставлю на Миху. Я ставлю на Миху. Я на Миху ставлю. Я не знаю, что я на Игорка, но мне кажется... Я Сергей. Можешь дать мне пета, пожалуйста? Я очень тяжело прокачиваюсь. Если меня сейчас убьют, то все, мы никогда не будем разыгрывать. Ну, может, когда-то будем, но только не скоро. Миха, иди сейчас ко мне. Все, я запомнил ник, я тебе никогда не дам пета. Да, Миха, вот Миха, красав. Это я, Миха, не, все, вот, так, вот Игорок и Михаил, иди сюда. Мы не будем разыгрывать. Мы встретимся просто, Михаил и Игорок, короче, Игорок, я тебе кидаю запрос в друзья. Если 50 друзья... секунд уже жду, не могу зайти с СК. Это 0.20. Сори, пацаны, но я, наверное, буду перевыбирать участников. Все идите опять к порталам. Ты будешь все стоять на зоне на какой-нибудь. Давайте все к порталам бегите. Давайте, кроме Михи и Игоря. А я? Только... Так, все, все сюда, все пробежали. Давайте, нам надо, подбегите сейчас все, у кого ранг циклоп. Подбегите ко мне. Давайте, я против Михи, давайте. У кого циклоп? Не, подожди. У кого циклоп, подбегайте ко мне. Вот я стою. У кого циклоп, бегите ко мне. Нет циклопа. Вот первый, Никита циклоп. И второй, где? Андрея, а чисто выиграл. Так, и вот Максим. Максим и Никита. Я тебе задонатил 10 рублей. Макс и Никита за мной. Макс и Никита за мной. Все, давай, Макс и Никита. Сейчас посмотрю, где это Макс? Вот Макс и... Если ты здесь, это Никита, а где Макс? Да ёмочь, чего вы меня убиваете? Привет, я Сергей, можешь мне дать пета, пожалуйста? Очень тяжело идет прокачка. Хорошо, я тебе дам, конечно, шпета. Чувак, можешь как-то убрать из сервера вот этот вот нуба какой-то? Не знаю его ник, но сейчас я тебе скажу. Так, вот, Броплей UT, Броплей. Удали его из игры. А зачем? Всегда просто. Да просто он убивает, он не дает нам разыграть Тимати. Вот этот. Все, Максим и... Давайте, Максим и Никита, бегите ко мне. Так где тут Максим и Никита? Вы не дольнили мне.
Академия отбивает. Где Максим? Вот Никита. Да ё-мо, чего мне все убивают? А, если я задоню 10 рублей, или не задоню 10 рублей? Ой, ё-моё. Подсветом. Окей, да. Короче, все бегите сейчас, у кого... Давайте, я вот реально сейчас последний раз выбираю, и все. И больше не буду. Так, бегите сейчас все ко мне. Бегите сейчас все ко мне. Ты мне не загоним ничего, ты мне ничего не... Тихо, ладно, пожалуйста. Подбегите сейчас все к босс-арене, у кого ранг... Сейчас я выберу. У кого ранг эльф? Я не задонил. Нету. Или нет, у кого ранг коррупта? Я не задонил. Посмотри. Вот. Я смотрю, комментарий в списке 43 рубля. Последний донат 4 назад. Я тебя сейчас забаню. Блоплей. Блоплей. Мы тебя сейчас забаним. Я тебе обещал. Блоплей. Хотя бы один эмеральд. Так, у кого ранг коррупта? Все, Я тебе 10. Игорок, сори, но тут уже... Ладно, окей. Бан, давайте... Нема. Я не знаю. Давайте у кого... Все бегите сейчас, короче, в босс-арене. Встаньте все в строю около босс-арене. Просто все бегите. Тихо, пожалуйста. Пожалуйста, тихо. Все подписчики, все бегите к босс-арене и встаньте в строй. Встаньте в строй. Я хочу оценить вас всех по скину. У кого скин лучше всех, тот получит. Все. Давайте. Все в строй. Давайте, вот здесь вот, видите, где вот Миха и Егорок стоит, все в строй вставайте. Просто все в строй. Все. Все в строй. Давайте, я всех вижу. Все. В строй больше не собираться. О, окей. Так. Давайте, тихо. Все, тихо. Так, давайте. Бан супер. Ты какой-то голый? Извини, но ты мне не нравишься. Ты голый. Значит, Биг Бо, у тебя прикольный скин, космический, может, и выиграешь. Так, Астарченко, у тебя какой-то начальный скин, и скучный, извини. Броуплей, извини, но ты меня убивал, так что сори. Хотя, может, ты и выиграешь, но сори. Я пока что обижу на тебя. Так, Даня Лолочо, у тебя скин такой прикольный, радужный, но все-таки чуть-чуть скучненький. Потому что такое любой может сделать. Ё-моё, кто меня убил? Чё Броплей всех убивает? Броплей, забаньте его, реально. Реально забаньте его, пожалуйста. Все собирайтесь по новой слой. Реально, просто забаним, пожалуйста, забаним его. Давайте все в строй по новой вставайте. Все в строй по новой. Буду всех по новой оценивать. Броплей не дает просто разыграть. Я тебе сказал, да? Броплей, я тебе сказал, может, ты и выиграешь, но я просто... Ты... Хорошо. Да? Хорошо, я понял. Давайте, через 10 секунд строй заканчивается, и я начинаю оценивать. Давайте, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так. Ребят, начинай оценивать, тихо, пожалуйста. Значит, Броплей, да, у тебя скин прикольный, типа качок такой, но все равно скучненький. Так, может, ты выиграешь, а может, нет. Так, Локу, у тебя скин какой-то нудный. Нудный какой-то, сори. Так, что вы все меня... Давайте, так, кто тут еще? Вот Биг Бой, я тебя оценивал, у тебя, да, скин прикольный, но все-таки нудный. О, Бан Супер, ты голый, и ты мне не нравишься. Еще с медалью какой-то голый. Так, Бэкс, ты фой, что-то не понимаю. Ну, короче, у тебя скин нудный. Сори, ну, я вижу, у тебя маска, типа ты маленький олд, но все равно скин какой-то начальный и скучный. Так, Зумикс, Роблокс. У тебя прикольный скин такой, довольно прикольный. Так что, может, ты и выиграешь. А меня. Подожди. Ё-моё, как нас много. Мунг, ну, ты, у тебя скин прям прикольный. Вижу, ты олд еще. Да, у тебя скин прикольный. Так, Броплей, встань, пожалуйста, в строй. Да, мне нравится твой скин. Может, ты тоже выиграешь.
Так, ну, извини, Вис, ты голый? Может, ты и выиграешь, но ты голый. В смысле, я не голый? У меня крутой скин. Я весь в Гуччи, Суприм, да. Я очки скин... Гуччи. Ну, такой прикольный довольно. Так, значит, Игорь, у тебя такой прикольный скин. Думаю, ты выиграешь. Ё-моё, ты чё такой большой? Алишка, ты чё такой большой? Ё-моё. Вырос. Нет, ты большой, не малой, ты большой какой-то. Ты большой, малой, ты большой какой-то. Ну, твой скин нудный все равно какой-то, так что извини. Так, Никита, у тебя довольно прикольный скин, но все. Смотри, ты с моих глаз, иди с моих глаз, радужный человечек. Иди с моих глаз, я тебя не хочу мерить. Ну да, ну все равно какой-то начальник. Так, оставьте. Да, все, пришел, просто там задержка до Натальи Арсен. Рома. Рома, топ 1 ГГ, 1-1-1. Десять рублей. Ты дашь Петра, конечно, дам тебе. Это просто. Подождите, никуда не разбегайтесь, я сейчас пойду. Это надо поспорить. Давайте, у вас есть еще один шанс подбежать и встать в свой. Да ладно, ну, я все равно не выиграю. Так, кто меня убивает? Кто убивает всех участников? Я не могу, дай, пожалуйста, я куплю вот эти. Пацаны, у меня идея. Давайте, все, последняя идея. Давайте, я бегу к вам всем. Нет, не могу. Кому мне скин понравился? Я тех людей волной. Давайте. Сейчас я смотрю. Боглей. Боглей. Я не могу зайти. У меня тебя вид. Боглей, иди за мной. Вот встань вот здесь. Сейчас мы. Випик, пожалуйста. Не надо. Сейчас разыграем Эмиральда и все. И будем делать. Хватит меня убивать. Подожди. Смотрите, кто сейчас будет убивать? Этот человек. Я вам обещаю, если вы меня будете убивать, я закончу. Броплей, иди сюда. Вот сюда вот вставай. Мне твой скин нравится. Броплей, иди сюда. Все. Даня Лололоча, я тебя реально скоро забаню. Броплей, иди там, где я показал, вставай около доски. Твой скин довольно прикольный, так что можешь ты и выиграешь. Вот здесь. Короче, вот здесь вот встань около фонарика. Все, и стой там. Оцени, ПЖ. Что ты говоришь, что дашь Эмеральда, когда выбежишь? Я помню тебе, сказала это. Смотри, я выбил Эмеральда для розыгрыша. Сейчас я выбил для розыгрыша. И у меня мама комп отобрала. Жаль. Можно, пожалуйста, тихо? Банцинга за мной. Можно, пожалуйста, тихо? Я сейчас выпью еще новый Эмеральд от Тимати, потому что мне очень быстро падает и очень легко. Короче, все, не... Блин, можно, пожалуйста, потише, Вис? Да. Тут розыгрыш делаем. Все, спасибо. Випик, ты пета не получишь, ты 100% не выиграешь, потому что ты всех убиваешь. Все, Бансупер, стой здесь. Твой скин скучный, так что извини. Броплей, что ты убежал оттуда? Беги назад, мне твой скин понравился. Беги туда. Беги туда, когда я тебе показал. Около вон того фонарика встань. Ё-моё, сколько вас здесь много? Красавчик, кто скачается? Ну ладно. Ну не надо, пожалуйста, когда у нас розыгрыш, можешь не качаться. Просто ты всех тут убиваешь. Никита. Я вас буду оценивать от 1 до 10. Короче, давайте я просто сейчас прохожу и выберу. Все, каждого сейчас говорю. Оцени меня, и я уйду. Ну, твой скин довольно скучный, но все равно прикольненький. Все, можешь уходить. Оцениваю тебя 5 из 10, сори. Так, Биг Бо, 12. Твой скин скучный, так что... Извини, но нет. Так, Зумикс, твой скин прикольный. Ты, может, выиграешь, оценю у тебя 8 из 10. Все, я запомнил твой ник. Может, ты выиграешь. Софара, Кью, ну извини, ты можешь сразу уходить. Пусть твой скин начальный и скучный. Алиска, тоже сразу уходи. И Миха. Миха, ну может, не знаю. Мне твой скин прям 9 из 10. А мой? Короче. А мой хоть на четверочку заходит? А твой 10 из 10. Ну вот.
Так бы и сразу бы. Короче, я думаю, то, что победит, наверное, Миха. Баба, я тебя оценил, у тебя скин. Миха, у тебя есть Тимати? У тебя есть Тимати вот этот? У тебя есть он уже? Напиши в чат. А, ты, я тебя забыл, сорян. Логан, у тебя тоже скин скучный. Давайте, все подбегите ко мне, кого я не оценил. Все подбегите ко мне, кого я не оценил. Вот я слился, подбегите ко мне, кого я не оценил. Так, битбо 12. Вижу, ты изменил скин, ну ладно, все подбегайте ко мне, так. Немного, 251. Сколько вас? Ё-моё, встаньте все в слой. Миха, Миха, не надо сюда бежать. Я тебя оценил. Кого я не оценил, бегите, бегите сюда. Кого я не оценил? А кого я оценил, можете не подбегать. Так Миху я оценил, Миха. Алишка. Алишка я тебя оценил. Игорка я оценил. А, нет, подожди. В этом раунде я его не оценил. Ну, мне кажется... Блин, мне нравится и Игорок, и Миха. Давайте я выберу. Просто, так... Вис, загадай я число от 1 до 2. Скажи, один или два? Один. Я оценил. Вот я, Incense Studio, вот я подбежал к тебе, вот я оценил, вот я. Вот я. Скин у тебя тоже прикольный? Ну, один это вроде бы был. Игорок? Короче, все, Игорок, подбегай ко мне. Игорок и Вис, подбегайте ко мне сейчас. Вот, Игорок, я здесь. Игорок. И Виз, подбегайте ко мне. Так, Боблэй, не подбегайте, пожалуйста. Так, Горок и Миха, сюда. А я? И, нет, подожди. Ну так, ты подбегай, Игорок, Миха не надо. Нет, чё, я вас оценил. Игорок, пожалуйста, мне только Игорка нужен. Игорок, подбеги сюда и, пожалуйста, Виз, подбеги ко мне. Все честно, давай, Боблэй, уйди, пожалуйста. У нас... Все честно? Ну, извини. Долг 20, окей, подбегай ко мне. Где-то. Чего вы все подбегаете? Я вас всех оценил. Мне нужен только Игорок. Дог? Где Дог? Где? Покажите ему. Покажите Дога. Чисто серый. Да, сейчас. Очистим. Вот Фрейлис и Игорок сюда подбеги. Игорок сюда. Игорок сюда. Короче, сори, я все. Игорок. Ой, боже, чего вас так много? Прошу вас по-человечески. Отойдите, мне нужен только Виз и Игорок. Все, все. Ай, что ты меня убил? Это не я. Это ты меня убил. Ладно, короче, Виз, может, давайте Игорку его Тимати, его Пета. Игорок, ты победил, поздравляю тебя. А ты я? Ты везунчик, на самом деле. Ну, как сказать... Ну, короче, Игорок победил, дай, пожалуйста, Игорку Пета. А какой ему день? Блин, Игорь Говоров. Говоров. Все, Игорь одарил, Говоров. Я понял. Все, только не входи, Игорь. Короче, Игорь поздравил тебя. Напиши, пожалуйста, в чат свои, в Roblox в чат свои ощущения. Ты рад? Так, я оцениваю, чувак, я оцениваю. Он не вышел? Нет, он... да, он не вышел. Фриз, да. Фриз, не игнорь, я не игнорю. Да. Всё, Игорь. Заначим еще 10 рублей. Так, сейчас. Вот, 10. Ну, позя, дай эмеральды. Ну, ладно, я тебе дам эмеральды. Сейчас. Игорек, в эту же секунду. Поздравляю тебя, ты красавчик просто. Можно сказать, что я тебя. Все, я сейчас... Поздравляю тебя, то, что ты купил. Вот сейчас я иду, и сейчас его... Сейчас тебе выберу его, я дам. То, что ты мне много
Ну, уже почти богатый. Блин, фриз, дай пиже пета на 10к. Я нубик просто. Okay. А ты... чувак, виз просто чекнет чат, как никому кто-то кричит. Он кричит на весь чат. А что он пишет? Он типа кричит, ау, омагад. Короче, очень много кричит, чувак. Почистите сервер, плиз, плиз, плиз. Да, сейчас. Плиз, плиз, да? Кстати, Амелия, давай-ка разогрузим сервер. Давай-ка разогрузим сервер. Чувак, давай-ка разогрузим сервер. Привет. Привет. Помоги. Чем? Давай-ка разогрузим сервер. Сейчас перезагружаю. Подожди, давайте, продай свою силу, продай свою силу. 256 подписчиков, спасибо вам огромнейшее. Хотя нет, давай не перезагружать, сори, пацаны, мы не будем перезагружать, все. Нет, давай, перезагрузим, ну будет так интернет падать, честней. Окей, ну ладно, окей, давай перезагружай. Да, сейчас перезагружаю. Так, лодинг. Перезагрузка. Успешно. Все. А что там написано? Куда? Предупреждение, когда attention. Я не понимаю. Все, короче, заходите. Все новички, заходите на сервер. Не знаю. Игнор? Нет, нет, нету игнора. Слушайте, Гоплей. Ну я не знаю, как зайти. Ну как-то заходи. Ссылка, ссылка я не знаю, она вроде игру не обновляет, это я сделал. Это я сделал. Да. Надо. Его не обновляют. Вот. Все, все зашли по новой на сервер. Все, все, все зашли, кто хотел. Дальше. Красавчики, секундочку. Так. Добавь это. Да, можно зайти на вид. После стрима ты получишь. Же оцени. Как оценить? Дашь мне это? Да, сейчас я тебе дам. Внимание, подпишитесь на канал, буду снять. Это на мой канал. Чувак, чувак, ты просто оценить. Ну все, сори, оценка уже прошла. Победитель у нас есть. Оценка прошла. Все, все. Уже оценить. Оценить я не смогу, потому что. Нет, ладно, не так. Окей, подбегай ко мне. Не, это печально. Вот, ай. Так, кого оценить? Давайте, подбегайте, по-быренькому вас оценить. Давайте, я на старте, вот. Ты где? Объясни, вот я на старте. Миха, я тебя уже оценивал. Сейчас я убью Лунова, то ты где? Ну, вот, вот, я тебя вижу. Ну, скину тебя. Так себе. Подожди. Начальник какой-то. Скинуть с тебя. Я люблю скинуть матерский какой-то. Чтобы потратить время. Миха, я скину. Ну, будет скинуть. Сори, я скину скучно. Чтобы потратить время. Я скинуть скучно. А не ютубера. И Егор, у тебя тоже скучно. Как бы... Надо ждать своей очереди. Типа, ты это, ты типа, это избранный какой-то, дашь ты, да. Типа, просто, типа ты какой-то избранный, и типа, что тебе, тебе все это, типа, все дадут крутых песен, да? Типа, сразу прям. За что мне? Я не отправил жалобу. Я на него отправил жалобу. На меня?
Какой это из избранных? Я потратил время. Это боже, Зумикс Роблокс. Зумикс Роблокс. Я ждал 30 минут. И что? Ну, я тебе, я на тебя жалуюсь, тебя. И что? Ну, как бы причина жалобы. Причины жалобы нету. И ничего не изменилось. То, что не измените, ждите страйк. И это, и жди страйк. Ну, это кидай не страйк, только нету причины. Какая причина? Игнор? Там, или что? Да, мы всегда говорим. Давай, вот скажи причину. Да, один. Игнор? Типа ты издеваешься? Страйк за игнор? Это бред. Нельзя зайти на сервер 2? Да, я на своем сервере. Это от моего помощника сервер. Твой друг меня обзывал. Как? И кто? Кто? Как? Давай. Скажи. И доказательства предъяви. Пожалуйста. Он тебе плохо ничего не сделал. Вот плюс. Я тебе ничего не сделал. Игнор это просто шейни, это аудио. Окей, я тебе дам. Вот, скажи, это с тобой. И как он тебя назвал? Ну, объясни, он никого не назвал. Некорректно. Я скрин сделал. Давай. Я пока в YouTube писать. Ой. А почему это типа на меня страйк? У него есть свой канал. Шенни. А почему мне страйк? Без ODS. Не знаю. Можешь перезагрузить? Я недавно перезагрузила. Сейчас дай это плес. Окей, сейчас дам. Без, а вот первые хейтеры. Там мне их много. Страйк он может дать страйк, может дать ютуберу какого подтверждения, что он это ют, то есть у него это галочка, а так он вам ничего не сделает. Типа зачем это? Это глупо. Типа подожди, а ты как-то кого-то обзывал на стриме? Ты кого-то на стриме обзывал? Ну да. Как-то некорректно. Ты кого-то обзывал так, как-то некорректно? Не, я не вам. Вообще. У меня нету галочки на ютубе. Он меня придурком, это всех убивает. Что ты всех убивал, Миш? Вот. Да, сейчас. Что он тебя назвал придурком? Ты называл Броплей Роблокс, ты его называл придурком? Ты называл его придурком? Подожди, смотри, если ты мне кинешь страйк, все пока это умало это принципа. Ну блин, тебя же все просили, ну, по-нормальному, ну, типа, тебя просили, не убивай никого. Зачем ты это делал? Вот, зачем это ты делал? Объясни. Вот причина этого. Типа, ты не мог просто поучаствовать, типа, за Эмиральда, типа. Он тебя, ладно, он тебя обозвал, потому что ты, ну, типа, ты мешал людям. А ты дашь пета. Ты еще пета. Не даешь. Да я даю пета, но
Просто. Что такое? Что такое? Что произошло? Ты называл Broadway Roblox, ты его называл придурком? Нет. Ты не называл придурком. Смотри, скинь нет. Свой DS. Скинь свой DS. И скинь скрин. А мне нет, это даже это, поставил. Ну блин, а зачем ты убивал людей? Я максимум его так не назвал, я его назвал максимум. А, у тебя дискорда нет? Ну скачай и предъяви доказательства, что он тебя назвал придурком. Давай. Предъяви доказательства. Вот. Он написал, ну, не очень корректно, ну, блин, это, ну, прикольно, типа. Так, я сейчас не могу, это, могу на Вайбере. Я тебе не буду скидывать свой номер телефона. Я номер телефона не буду скидывать. Монопитоник, да, сейчас дам. Ну понятно, да все, типа, ты обманул, что прикол. Давай, не, ну скачай Дискорд, просто скачай Дискорд. И я тебе, это, ну, типа, и предъяви доказательства, что, ну, типа, у тебя, что у тебя есть доказательства, что он тебя так-то называл. Типа, какой у вас самый топовый пет? Ну, значит, страйк жди. Предъяви доказательства мне. А потом он извинится. А. Смотри, если у тебя есть доказательства, предъяви. Новую стадию. Угу. Когда уже будет вара? У меня вара, наверное, будет через один день. Тебе еще надо ассасина купить. Нет, тебе надо купить паладина, ассасина и вариан идет. У меня сейчас класс Саладьер. Мне надо купить паладина еще 20 минут. И мне даже больше. ПА не делал. Что это такое? Да, скинь ДС и предъяви, я пока отписываюсь. Понятно. Короче. Я так понял, что они... Я тебе кидал трейд уже. Сейчас примем кого-то. Дай петник. Без добавок к вам. Нет. Не могу. Сори. Вот это дадим, например. Вот это. Вот это. Подожди, но, короче, он сейчас ушел, походу, и предъявит доказательство, что у тебя есть доказательство, что, ты знаешь, если ты просто так, без доказательства, YouTube будет просматривать, я страйкину. Чувак, в чем прикол, YouTube будет просматривать весь стрим, YouTube будет просматривать стрим, если не найдет причину страйка, твой аккаунт забанят. Ты знал? Типа, если они не найдут доказательства... Чувак, ты не сможешь кинуть ему страйк. Страйк кидается только с 1000 подписчиков. Если у тебя меньше 1000, то ты его не сможешь кинуть. Это, жди сегодня страйк, завтра это я им скрин сделал. Ну давай, скажи, на какой минуте он тебе сказал это, ну, типа он тебя обозвал. Давай, скажи на минуте, это мой твин. Ну да. Неинтересно. Давай, скинь на минуте, и сейчас мы проверим. Ты знал, если YouTube это не найдет причину страйка, он все, твой аккаунт забанит, все твои аккаунты забанят. Я вернулся. Угу. Кинь плесник, окей. Знаешь, если
даже страйки не находят причину страйка. Чувак, банят аккаунт. Смотри, ты понимаешь, что я такие слова даже не говорю? У меня вообще другие слова в мозгах. Я полностью забыл про это слово, я его никогда не говорил. Понимаешь? Ну, может, говорил, только очень давно. Ты понимаешь? Я вообще никогда не наговорил. А, не, один раз кидал на одному страйку, он, короче, у меня... Ну, давай скинь, на какой минуте был это было оскорбление. Напиши, на какой минуте было оскорбление. Напиши на минуте. Ты мне это Эмеральда Пета, а я это не буду писать. Понятно все, ну понятно. Блин, ну пацана просто это горит пукан из-за того, это ты не дал Пета. Школьник может это переживать. Не, ну смотрите, если вы хотите Пета себе, то раздача может быть на следующем скаме, может сегодня опять будет, только раздача не будет Тимати Эмеральдова. Потому что мы его уже разыграли. Нет, максимум, будет, может быть. Да, но только не скоро. Может, скоро на следующем скаме. Страйк. Скажи на минуте, когда было оскорбление. Скажи минуту, когда было оскорбление. Да боже, хай кидает. Ютуб его просто назад забанит за то, что... Я такие слова даже не говорю. Ютуб его просто-напросто забанит. Хай кидает страйк. Я не донатер и никогда не выиграю. Он еще плюс страйк не сможет кинуть. Да при чем тут ты не донатер? Все получают питомцев. Это дайте Пета, меня обманули на Пета. Жаль тебя, сейчас дам. Просто, ну, хочешь, я тебе дам Пета, но, блин, просто зачем угрожать страйком, если, типа, ты не будешь скидывать Соник, ладно? Чувак, он тебе никогда не кинет страйк, он спешил, у него тысячи подписчиков нет. Страйки дали два. Ну, скинь ник, если ты не дашь. Спорим? Вот, давай, я даю слово пацанам. Вот, даю слово пацану. Давай, скинь свой лик, я тебе дам. Давай. Скинь, я тебе дам лик. Ну, типа, я не могу зайти. Скинь свой ник просто, я тебе кину. Вот, я сейчас выйду из веб-сервера, его перезагружу. Монопита, конечно, моно. Да не надо его перезагружать, мы уже один раз перезагрузили. Да не, ну блин, много людей не может зайти, Максимум. Типа... Я знаю, ну просто по миллион... Окей, давай последний раз будет, через пару минут перезагрузим. Ну просто реально, по миллион раз перезагружать, чтобы один человек нашел как-то. Ну верили. Ну просто, ну блин, два человека. Надо какую-то справедливость хоть какая-то. Ну да, я согласен с тобой. Ну просто по миллион раз перезагружать. Мы просто твоих петов всех потратим. Я, кстати, напиши, вот Броплей, это Роблокс, напиши. На какой минуте мой напарник тебя оскорбил? На какой минуте он тебя оскорбил? Не, ну или напиши, мне самому интересно. Я такие слова не говорю. Ну да, ты вообще таких слов вообще не говоришь. Вис, ты слышал вообще от меня такое слово? Ни разу, честно. Вот скинь такой. Читал. Ок, да, ну скинь. Скинь сейчас. Минута. Если серьезно там будет это, 73. Если серьезно там будет это, да. Это 73, это когда? Было. Всем привет, дорогие друзья, подписчики мои. Так, это... Сейчас 12. Сейчас 12, значит, где я там сказал ему это слово? Я хочу сам послушать. Не убивай никого, зачем ты это делал? Вот. Всем привет, дорогие друзья, подписчики.
может быть... Да, давай, час 12. Я хочу сам послушать. Он вам ничего не сделает. Зачем это... Это глупо. Подожди, а ты как-то кого-то обзывал на стриме? Не было такого. Ты кого-то на стриме обзывал? Да. Вот он сказал. Где? Ты кого-то на стриме обзывал? Да. Как-то некорректно. Вот он сказал. Чувак. Так, все, дай я послушаю. Нету. Час двенадцать, тут я просто могу пробросить. Короче, тут нету такого слова. Подожди, это когда он делал выбор, кто выиграет, да? Это виза, это не мне все равно, это, что сейчас будет монтаж. Какой монтаж еще? Какой монтаж, говори. Как можно, например, сделать монтаж? Если у тебя телефон, я тебе не смогу дать, конечно, Петра, но после стрима... А чувак, смотри, он же в монтаже может вставить это слово. А, да, кстати. Ну, вообще, он мой голос не сможет скопировать, но я хочу услышать, как это будет. Ну, скачай, этот момент вырезал. Как я тебе могу стрим, как я могу вырезать моменты? Так, чувак, он может просто снять момент и закончить, а потом тебе скинет. А YouTube сразу увидит монтаж. YouTube видит монтаж. Но всё равно, я хочу услышать и увидеть, как это будет. Давай, включай Discord и предъяви доказательства. Если там будет, он извинит. Он извинится. Если будет зафиксировано, Я отвечаю, если там будет правильно, то я извинюсь, и сильно извинюсь. Потому что, я не знаю, я такого, в принципе, даже не мог сказать. Я не знаю, как это было. Продаем силу, долбанем один раз и будем на первом месте. Так. Сколько кибиллионы? Что за кибиллионы у тебя? Это очень мало. Мало? Кстати, какой там следующий класс у тебя будет? Какой у тебя там следующий класс будет? Покажи, пожалуйста, на стриме. Ему тебе еще очень мало ВИЧ какой-то. Кики. КНС. А посмотри, сколько тебе еще стадий до моей стадии. Секундочку. Сколько? Мне еще 4 стадии, и я прошел. Как? Дюма, сколько мне стадий осталось? У меня 1 000 000 стадий там осталось. И там 30-20.
Это минимум. Зайди в Дискорд. Игорь, кому ты хочешь дать подарок? Объясни. Мы ему передадим. Да что ты ему хочешь дать подарок? Я буду готовиться к завтрашнему стриму. Я выбью очень много Эмеральд Тимати и всем дам Эмеральд Тимати. Вот я даю, я честно, вот честно, 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 попытаюсь максимально много выбить. И сейчас я пойду играть и купить, и, ну, короче, много очень выбивать. Много выбивать. Ладно. Всем удачи. Всем пока-пока. Тоже пока-пока. Пока-пока.